Сегодня весь мусульманский мир отмечает праздник Ураза-Байрам в честь окончания священного поста в месяц Рамадан. Празднование прошло и в главной мечети Алтайского края. Уже с восходом солнца на праздничную молитву начали приходить сотни верующих. К 8 утра их число достигло 4000. В течение Великого поста верующие не пили и не ели от рассвета до заката. Сесть за стол могли только ночью. Помимо этого, в месяц Рамадан особое внимание уделялось духовной жизни, молитвам и благотворительности. С сегодняшнего дня они могут позволить себе разнообразные лакомства и повеселиться. И в этот день как бы уже легкость, праздничное настроение, легкость в душе как бы. И вот есть желание на весь оставшееся время, вот на год, на следующий год, уже совершать более добрые дела. Подробнее о традициях праздника расскажем в вечернем выпуске.